Что будем кушать, мальчики? Я много. Оливье и майонеза побольше. У нас в столовке хорошее оливье давали много. Однажды я даже в обморок упал. Накушался. Меня мастер домой нес. Алло, Серега, слушай, приезжай к нам, а? Посидим, выпьем, жена ту студню сготовила. Спасибо, старик, не могу, дела. А что, у вас дата какая-то, годовщина? Да решили день рождения отмечать, а потом передумали. Накладно. А жена с дуру студню наготовила, в холодильнике не протолкаться. Так я тут при чем? Приезжай, не пожалеешь. Ты столько студню в жизни не видел. Ешьте сами. Да мы 5 дней едим. Никак не кончается. Отдайте соседям. Я лучше выброшу на помойку. Выбрось на помойку. С ума сошел? Там столько продуктов угроблено. Господи, ну не люблю я ваш студень. А кто его любит? Была бы граната, взорвал вместе с женой. У тебя друзей куча. Может, среди них есть кто голодный, а? Приехали бы, поужинали бы до утра. Чтобы среди ночи вставать, студень есть, таких друзей нет. Руслан бы приехал с голодухи, так он второй день лежит, кстати, после студни у Никитина. Он второй, я 6-й день ем, не вставая. У меня температура, понос. Может быть, приедешь, посидим? Ты бы лучше скорую вызвал. Скорую? Валя, это идея. Вызови скорую. Приедут, студень сидят.